знак уважения, можете пристать к ректору. Здравствуйте, уважаемые студенты, сотрудники, гости. Садитесь, пожалуйста. Мне очень приятно в очередной раз открывать этот профессиональный праздник. ВМЕД был создан как единственный вуз, целиком и полностью ориентированный на подготовку кадров для оборонной промышленности. До сих пор ВМЕД таким остается и будет оставаться, и мы всегда отмечаем свои праздники. Наш традиционный праздник – это 19 ноября – День артиллерии, 12 апреля – День космонавтики. Это праздники, которые тесно связаны с нашей деятельностью. День артиллерии истоками уходит в годы Великой Отечественной войны. В этот день началась артподготовка под Сталинградом, которая была переломной в ходе Великой Отечественной войны. И было принято решение отметить День артиллерии. Впоследствии появились ракетные войска. Кстати говоря, у нас в военмехе был создан первый в 1946 году факультет ракетостроения. И праздник стал называться Днем артиллерии и ракетных войск. Этот праздник целиком и полностью связан с военмехом. И вклад военмеха в обороноспособность нашей страны переоценить очень трудно. Дело в том, что практически вся крупнокалиберная артиллерия была создана выпускниками военмеха в ранге генерального конструктора. Корабельная артиллерия, современные ракетные комплексы, зенитные комплексы были созданы выпускниками военмеха. Одна из самых скандально известных в международных кругах ракета «Сатана», которая могла парализовать международную обстановку. Это была единственная по энергетике ракета, которая могла достичь Соединенных Штатов Америки через Южный полюс. И защиты от нее не было. Была создана братьями Уткиными, выпускниками военмеха. Современные спутники создаются тоже выпускниками военмеха. Николай Алексеевич Кистоедов руководит ТСС. Долгое время противовоздушный концерн ПВО, противовоздушной обороны ВКО, возглавлял выпускник военмеха Менщиков. И таким образом и в старые времена, и в современное время выпускники военмеха стоят на страже нашей Родины, надежно оберегая нас от неприятеля. Время сейчас неспокойное, и тем более мы должны усилить и патриотическое воспитание, и внимание к молодому поколению, и понимать, что за нами стоит безопасность нашей Родины, нашей страны. И особенно важно помнить эти праздники, помнить тех, кто прославил наше российское оружие, помнить тех преподавателей, которые вкладывают свои силы в ваше воспитание, и понимать, что у молодого поколения, у наших студентов далекая дорога в правильное будущее. Будущее всегда будет светлым, победа останется за нами, а военмех как стоял, так и стоит, и будет лучшим среди всех вузов. Военмех лучше всех. Поздравляю вас с Днем артиллерии и ракетных войск.